Окей, אנחנו לומדים מאגרת לרומים. Мы изучаем из послания Христа в Римлянам. והאגרת הזה, המכתב הזה כתב שליח רב שאול, שליח שאול. И это послание написал רב שאול, апостол Павел. ופשוט ככה לידע רב שאול הוא לא אישית ידע את ישוע. И для хочу напомнить то, что רב שאול не знал лично ישוע. הוא בא לאמונה כבר אחרי שישוע עלה לשמיים. Он пришел к вере после того, как ישוע уже вознесся на небеса. ודרך רוח הקודש ישוע התגלה לו באופן נפלאי, זה היה פשוט נס. И через Святого Духа ישוע явился ему сверхъестественным образом, это было огромное чудо. ושאול הוא היה חרדי של חרדי. И רב שאול был очень религиозным, ортодоксальным раввином. פעם אתם ראיתם הולך ברחוב בן אדם כזה דתי עם הפסים שחור הכל, מי ראה דבר כזה בישראל? Вы, конечно, видели в Израиле многие очень религиозные, ультрарелигиозные люди ходят с большими черными шапками, с пейсами, одетые во все черное. Мишу ра бен адам кэзэ? Видел когда-нибудь таких? Эн телефон, эн телевизия, הוא לא מתקרב לבחורה. Они не смотрят на девушек, они не используют телефон, они не используют телевизоры. אז האולטרחרדי הזה מול שליח שאול זה בן אדם חילוני. Поэтому, ну и вот такой вот в наши дни ультрарелигиозный человек, если его сравнивать с рав Шаулем, то он был мирской неверующий человек. Ки рав Шаул היה כזה אולטרה שזה חבל על הזמן. Потому что рав Шаул был настолько глубоко религиозным, что сегодняшние дни трудно найти кого-то подобного. ВУ היה גם אינטלקטואל. И он был также очень умным, образованным פשוט человеком. IQ שלו היה, אם אנחנו מסופרים את זה היום, אולי 180. Если мы на сегодняшнем уровне проверили его IQ, то интеллигент коэффициент 180, שממוצע זה 140-150. То он мог бы дойти до 180, когда человек средний IQ у образованного человека где-то 120-140. והוא היה פשוט גאון. Он был гением. והוא בתוך תפיסת עולם שלו שנה כל הזזה ימינה או שמאלה. מבחינת האמונה. Его видение веры было таким, что он ненавидел и всей душой отвергал любое движение вправо или влево. הוא היה קנאי לאלוהים וקנאי לתורה. Он был ревнителем Господу и он был ревнителем по Господу и ревнителем по Торе. ויום אחד פשוט התגלות. И в один день он получил откровение. והוא לא יכול לעמוד נגד התגלות הזה. Не мог противостоять против этого откровения. והוא ראה בישוע עוד אותו המובטח עוד למשה, המנהיג. И он увидел в Иешуа, что он именно тот обещанный лидер, о котором говорил Моше. והוא האמין. И он поверил. כמובן, הוא לא עזב את התורה ולא עזב את המצוות. הוא נשאר חרדי כמו שהוא היה חרדי. Естественно, после того, как он поверил, он остался таким же суперрелигиозным верующим человеком, не оставив ни Тору, ни заповеди. אבל משהו קרה. Но что-то произошло. זה אפשר להגיד הומור של אלוהים. Это, можно сказать, шуткой Бога. שבן אדם כל כך חרדי היה נשלח לבשר בשורה יהודית לגויים. Что Божий юмор, что настолько религиозный, глубоко ультрарелигиозный человек был послан к язычникам для того, чтобы возвещать им еврейскую веру. ופשוט תבינו שבשורת ישוע המשיח זה לא מסר לגויים מלהתחילה. Я хочу вам просто напомнить, что Евангелие, благая весть о Иешуа Машиахе с самого начала не было предназначено для язычников. They are made in for Israel only. Это было сделано в Израиле для Израиля только. וכששאול מקבל התגלות של ישוע, и когда Шауль получает откровение Иешуа, פתאום הוא מרגיש שבגלל שישראל כולו נקרא להיות אור לגויים, и когда он получает откровение, он понимает, что Израиль, в принципе, он с самого начала был призванным быть светом язычникам. אז הוא מבין שהאור
Он понимает, что этот свет, свет от света, самый высший свет, который он получил, он должен его распространить язычникам. И он идет, и к язычникам он учит их еврейской вере, и очень многие люди обращаются. И когда они обращаются к вере, несмотря на то, что они язычники, не евреи, рабимеем осим трансформация бахаим. Многие из них меняют свою жизнь. Веем нирим ютер ве ютер ке йехудим. И они становятся похожими на евреев. А тем йодим ше мемшале дугма Роми, кшо ая мистакел аля ноцрим. Вы знаете, что, например, римское правительство, когда смотрело на христиан, прозелиты — это те из язычников, которые приняли Машиаха Иешуа, и когда римское правительство смотрело на них, они думали, что те евреи. Потому что они настолько связали свою жизнь с Израилем, что стали похожи на природных евреев. Но Рав Шауль и апостолы, которые были апостолами Иешуа, сделали несколько облегчений от заповедей для верующих из язычников. Они не должны были соблюдать абсолютно все заповеди. А в Альбехаим шалех Шауль отцмо. Авар эт эйзишу мя митцвот. Хотя Рав Шауль сам, естественно, соблюдал все эти заповеди. Ве ине у афах льет кэзэ самхут ле арбэ кейнот мехуц ле Исраэль. И он стал как бы верховной властью многих общин. Не верховного, а самхут, авторитет. Он стал авторитетом для многих общин вне Израиля. Ве эм аю шолхим ло михтавим ке иш шу гам гаон, ве гам макир эт атора, ве гам эт макир эт דבר חדש רוח הקודש נותן עכשיו. И почему к нему обращались и писали ему много в письмах? Потому что он был с одной стороны человеком верующим, глубоко знающим Тору. С другой стороны, он был очень умным, образованным. И с третьей стороны, он получил это новое слово и новое откровение. אז הם היו כותבים לו מכתבים עם שאלות. איך להתייחס בפולחן הדתי שלנו פה? איך להתייחס לבן אדם ככה וככה וככה? Поэтому ему писалось много писем, задавалось много вопросов. Как обращаться с тем, как поступать в бытовых жизненных вопросах. ВУ КЕ ШАЛИХ ШЕЛ АДОНЕЙНУ ЕШУА КАТАВ ЛЕ МААМИНИМ ЛЕ КОЛЬ КВУЦА ЧУВА ШЕЙТА КШУРА ЛЕ МАЦАВ ШЕЛЕМ СПЕЦИФИ. И он, как посланник нашего Господа Иешуа, писал, рассматривал ситуацию и согласно их ситуации писал, что ему кажется нужно было делать. АС КОЛЬ ЭГЕРЕ ШЕЛ ШАУЛЬ БАБРИТА ХАДАША ЗЕ БАЭЦЕМ מכתב תשובה לשאלות. Поэтому все послания апостола Павла в Новом Завете это в принципе ответ на задаваемые ему вопросы. ואני עכשיו רוצה בקצרה ללכת מראשון עד חמש. Я хочу кратко пройтись от первого к пятому. ולתת לכם ארבע, חמש, אולי שש שיעורים קטנים מאוד. И дать вам пять, может быть шесть небольших уроков. ואני רוצה לבקש מיוליה ואתם בבקשה עקבו את זה ב... בתנחים שלכם, בוא נקרא מפרק ראשון של הגרת אל הרומים. И сейчас мы прочитаем, и вы прочитаете в своих танахах первое послание к римлянам. בבקשה, תפתחו את הגרת אל הרומים, פרק ראשון. Послание к римлянам, первая глава. בוא נקרא ארבע פסוקים הראשונים. Первые четыре стиха. От Павла, служителя Иешуа Машиаха, апостола, призванного Богом и получившего повеление возвещать его радостную весть, которую он обещал через своих пророков в Святом Писании. Это весть о его сыне, по человеческому происхождению, потомке Давида, по Духу Святому, сыне Бога, которого Бог явил в полноте силы, воскресив из мертвых, об Иешуа Машиахе, нашем Господе. Аскана нахнулом Димашу пошу. Здесь очень простой урок. Гам пашут, гам муркав, агав. С одной стороны простой, с другой стороны и сложный. Давар ишон, у махриз, ани шалиях шел Иешуа. Во-первых, он провозглашает, я посланник Иешуа. Векмо шани амарти, анашим кибдото ве киблото. И как я сказал, он был уважаемым человеком и принятым многими. Давар шини умер. Во-вторых, он говорит. Ани медабер аль мишу шелухим дибер алав бе китвей кодеш мекедем. Я говорю о ком-то, о ком писания говорили еще раньше. Взе ая
Это было слово очень важное. Бамиухад ли иудим шаю гарим барома ваю хелек шел кеила ромит. Особенно тем евреям, которые жили в Риме и были частью римской общины. Ба Исраэль базмана зе аю кеилот нетто иудим. В Израиле в то время были общины из верующих Ишо, состоящие только из евреев. Аваль мехуц ли Исраэль аю кеилот шаим меурбавим. Но за пределами Израиля были общины, которые были смешаны, евреи и неевреи. Вейне маамин יהודי היה כל הזמן קצת מתלבט. האם הוא בסדר עם, הוא שהוא מאמין, עם זה שהוא מאמין באיש הזה? И поэтому еврейские верующие вне Израиля постоянно были в таком сомнении, правильно ли он живет и правильно ли он верит в правильного ли Машиаха. אז שאול אומר, על פי כתבי קודש, על פי נבואות. Поэтому Шауль здесь подчеркивает, что Иешуа был обещан через пророков в Писании. Есть асрот, улай меот, невоот бакитвей кодеш, шемитейримет Иешуа бепрат. Есть десятки, если не тысячи, если не сотни пророчеств, которые описывают Иешуа, причем подробным образом. Ветем юдим и бакриминалистика им шалош арба хамеш, דברים מצביעים על בן אדם וכבר בבית סוהר. И вы знаете, что в криминалистике, если есть 4-5 доказательств веских против вины какого-то человека, то его сажают в тюрьму. יש פה מאות הוכחות שהוא האיש. Есть сотни доказательств того, что он именно тот человек. ובפסוק 3 הוא אומר, בבשר הוא נולד מיהודה משבט דוד. И в третьем стихе написано, что плотью он, по плоти он родился от из колена Давидова. Тагиду, им мишу руце лохих, ши аба, о саба, о саба, сафта раба шело, мишаму им по, эх, ата яхол ласот это зэхшав. Например, сегодня в современном мире, если вы хотите доказать родственную связь, что вы внук этой бабушки или сын того отца, эх, осим это зэ. Каким образом это делается? А? יש דבר יותר פשוט מדינקה, הולכים למשרד הפנים ונותנים את המספר תעודת זהות והם כבר מוצאים מה שיש בדורות שלך. Сложный и точный тест это ДНК, а более простой это вы берете свой тудат зиут, идете в Министерство внутренних дел, вас прослеживают вашу родословную и говорят вам, кто вы есть. ובזמנים שאול, משרד הפנים זה היה בית המקדש. И в новое время רב שאולה, משרד הפנים, Министерство внутренних дел, это был храм. ודם היו דייקנים אולי יותר טוב מאשר עכשיו דייקנים עם כל המחשבים בקטע של הדורות. И они со своей записью родословных были намного точнее, чем мы это делаем в сегодняшние дни. ולא היה קשה לראות שישוע הוא מחובר דרך דורות למלך. Давид. И было совсем не просто проследить родословную просто. Ишуа. Было очень просто проследить родословную Ишуа и понять, что он через поколение связан с коленом Иудина. И можно было понять, что все знали, что Машиах должен прийти из рода Давидова и понимали, что Ишо он потомок царя Давида. А валькан ешь пасук от хитер хазак, пасук рвии. Но здесь есть еще более сильный отрывок. Ше Ишуа идгала кебен элухим дерех ткумат минамитим. Что Ишуа по духу получил откровение. Ло. Ше Ишуа идгала кебен элухим дерех ткумат минамитим. Что Ишуа открылся как Сын Божий через то, что Он воскрес из мертвых. מי שזוכר בכתבי קודש עוד בני אלוהים? Кто-то еще из Писания знает сынов Божьих? מי שזוכר? Кто-то помнит? Есть у Бога еще дети? תגידו לי, האם יש עוד בנים לאלוהים? Есть еще сыновья у Бога? А? עם ישראל, בסדר, זה בן גדול ורחב, בסדר. Народ Израиля это большой и многочисленный сын. אוקיי, אבל מי עוד בן אלוהים? Есть еще сыновья у Бога? אדם, נכון מאוד, יש עוד בנים לאלוהים? יואן. אה? יואן. אוקיי, על יואן אני לא חושב, אבל אני אעזור לכם. אני לא חושב יואן, אבל אני אעזור בתהילים כתוב. בפסלמך נביסנה. משכת בנך. במזל סביבו סינך.
מזד אומרת משחטה בנחה. Что значит помазал своего сына? Ба традиция, ба масора של ישראל. В традиции израильской. Кшаю ковим, что бен адам азе е мелех. Когда устанавливали царя. Машхото бешемен. Его мазали маслом. Ваю махризим алав бен Элохим. И его провозглашали сыном Божьим. Аз еш коннотация лебитуй бен Элохим. זה לא רק מה שמדם לדם, אלא גם תפקיד, מישהו שהוא פשוט בפוזיציה הכי גבוהה, מלך ישראל, אז הוא גם בן אלוהים. Поэтому сын Божий это не только как Иешуа, то есть не прямой сын Божий, а таким же образом любой царь Израиля, которого помазали на царство, он провозглашался сыном Божьим. Еш бесефер Иов, מי קרא ספר איוב? Кто читал книгу Иова? מי קרא ספר איוב? Вау, хевра, тем сухим лекро китвей кодыш. И матем лед иду. Вам нужно читать Писание. Жакмо, анахну мы добрым аль лёдея. Аль... איך לפרק את האטום, לא יודע. Вам сложно будет, потому что вам сложно будет понимать Писание. Это то же самое, как если бы я вам о разделении атома говорил. אז בספר יוב כתוב שבני אלוהים באו אליו ובניהם היה גם שטן. Написано, что сыны Божьи пришли к Иову, и между ними был сатана. אז כתוב שזה מישהו מיוחד מאוד. כאילו זה לא כל אחד אפשר לקרוא אותו בן אלוהים. И это говорилось только о очень особенных людях. Не каждого можно было называть сыном Божьим. אבל ישוע כתוב בהרבה מקומות. Об Иешуа написано во многих местах. Что он מיוחד. Что он особенный. אבל גם ביוחנן כתוב. שהוא נולד מתוכן של האב. Но также в Иоанна написано, что он исшел из чрева отца. Из внутренности отца. והנה בן אדם. И вот вам человек. וטוענים, בפנים, שם נסגר אלוהות. И утверждают, что внутри есть божественность. אבל איך להבין בזה? Ну как можно это понять? איך להאמין בזה? Как в это поверить? הנה, אני אומר למישהו, בבקשה, תעמוד, בתוכה יש אלוהות. איך אפשר להוכיח את זה? Могу попросить человека встань сейчас, и я вижу, что в тебе есть божественность. Как можно доказать? אין דרך. Нет никакого способа. אבל היה דרך אחד. Но один способ был. וזה תקומת מן המתים. И это воскресение из мертвых. וכתוב ש ישועה התגלה כבן אלוהים בחזק שהוא קם לתחייה. И написано Иешуа, что он доказал то, что он сын Божий, таким образом, что он восстал из мертвых. כמובן היו עוד הוכחות. Естественно, было еще другие. בזמן תפילה היה בת קול שאמר בן אלוהים. Во время того, как он погружался в Иордан, шел голос с неба, сын Божий. אבל היה הרבה אנשים שאמרו, זה סתם היה ברד. Некоторые люди сказали, это просто был гром. אבל היו גם אנשים שאומרים, הנה, מיריה מספרת שהיא קיבלה את זרע באופן אל-טבעי. И другие люди говорили, видите, Мирьям говорит, что она зачала сверхъестественным образом. אבל היו אחרים שאומרים, זה שטויות שלה. А некоторые говорят, она выдумывает все. אבל כשבן אדם קם ממוות. Но когда человек воскрес из мертвых. ולא מת עוד פעם. И не умер больше. והוא במשך ימים הוא עם האנשים. И несколько дней он был с людьми. והם רואים שמשהו אחר קרה עם הגופו. И они видели, что его тело преобразилось. ופתאום יש כבוד על טבעי. И есть его окружает сверхъестественная слава. וזה לא רק מילים, הם מרגישים ורואים את זה. Не только слава, а слава. Слава как физическая присутствие. И не только два свидетеля об этом. Эле миаль хамеш миот, катув бекитвей кодеш. Более 500 свидетелей, которых написано в Писании. Аз Шауль умер. הוכח דרך תקומת מן המתים שהוא בן אלוהים. Поэтому Шауль говорит, что он доказал то, что он сын Божий посредством того, что он воскрес из мертвых. קודם כל, זה עובדה. Поэтому, во-первых, это факт. אבל בשבילנו זה חייב להיות גם התגלות. Но для нас это должно быть также откровение. כי אם אנחנו מאמינים במישהו כמנהיג נצחי שלנו. Потому что если мы верим в какого-то победоносного лидера. שהוא נצחי. Победоносный, вечный, нашего вечного лидера. Поэтому нам нужно понять, что это он Иешуа. Очень ур катан. Еще один небольшой урок. Зе-ка-зе, ми Иешуа, отцмо. Это от самого Иешуа. Ми-у. Кто? Они руцели кроме перек эхат, псуким 15-16. Я хочу прочитать из первой главы 15-16 стихи. Итак, что касается меня, то я готов вам, римляне, возвещать радостную весть. Я не стыжусь радостной вести, ведь она сила Божья,
спасающая всех верующих, прежде всего иудеев, а потом и язычников. Аз Шауль по умер принцип мед хазар. Шауль говорит о очень важном принципе. Умер. Бесурат аль Иешуа ха-Машиах. Он говорит радостная весть о Иешуа ха-Машиах. И оса бетухейну Иешуот. Она дает нам внутри спасение. Ми юде, ми мвин маза, но тенет лану бифним Иешуот. Эх это мы виним это? Кто понимает, о чем я говорю? Внутри нас дает спасение. Ми мвин это? Кто понимает? Но те на темуна, беседу. Руаха кодиш. Дает Святого Духа. Окей. Ну, от махшиво. А? Шихрур. Окей, шихрур. Зе кашур ли еще вот. Ата ита амуз, бабайот, беколь мене дворим. Питом ата миштахрер, ата маргиш шалом. Зе ютер еще вот. Освобождение связано с... Шинуй, нахон меот. А та ита бен адам махур лехет, вы питом ата ховши мехет. Зегам еще вот. Мы были связаны с грехом, и сейчас вы чувствуете свободу от греха. Лешанот, шонот, лохошев, шезе... Ешуот. Ешуот – это лейнацель мимашу. Спасение не связано с иными языками, а спасение – это от чего-то освободиться. Это лейштахрер мимашу. Освободиться от чего-то. Ну, от махшевот. Маза Ешуот. Какие еще мысли есть? Зенахон, кину ата амус, ве питом ата микабель машу мишамаем. Например, вы очень человек закрытый, и вы получаете... Озабоченный, вы получаете свободу от небес. От мазу дамерит Ешуот. Что значит спасение во множественном числе? Окей, они узер. Кодем коль за шихрур ми улам шел ра. Во-первых, это освобождение от мира зла. Питом ата лешаях, дима йом лимет, газур, ата итрахахта мира. Дима сегодня говорит, ты был отделен, отрезан от зла. Зе маши нотен эмуна ба Иешуа. Это то, что дает вера в Иешуа. Везе гам шаяхут ле улам аба. Это принадлежность к грядущему миру. Зе ло рак геном ве ган неден. Это не только ад и рай. Камуван гам. Естественно это. Авал ахарей аколь. Но после всего. Ктувим умрим, ешт кумад мин амитим ле кулам. Писание говорит, что есть воскресение мертвых для всех. Они аити бе йом ацмаут, лифней йом, бе йом азикарон, аити бе... Бейт Кварот Сваим. Я был на военном кладбище во время дня памяти. Зая Лифней Шлушай. Сколько? Три дня назад, два дня назад был день памяти павших. Верав Цваи Амар Милим Каэле. И армейский рав сказал такие вещи. Омар Альпи Автахат Ехискель. Он говорит, согласно обетованию в пророке Иезекииле. А тем зухрим бы Ехискель катув, ше коль ацамот и каблу хаим, ве и каблу рух, ве якуму литхия. Вы помните, что написано в пророке Иезекииле, что все кости соберутся вместе, на них наденется плоть, они получат дух жизни. Ве омар зе байт Исраэль. Он говорит, это написано о доме Израиля. Ве омар. אנחנו עכשיו בוכים על אלה שנקברו כאן. И он говорит, мы сейчас скорбим и плачем о тех, которые похоронены здесь. אבל כולנו ניפגש בתחיית המתים, זה אמר רב צבאי. Но мы все встретимся в воскресении из мертвых. כאלוהים, армейского рава. כאלוהים תקים את כולם, זה בעצם הבשורה. Потому что Бог воскресит всех, и это есть благая весть. ועל ישוע כתוב. И о Иешуа написано. שאלה שמחוברים אליו דרך אמונה. Что те, которые связаны с ним верой. הם יקומו לתחייה בכבוד. Они воскреснут в славе. כי נצדקנו על ידי תרומה שלו. Потому что мы оправдались его жертвой. קיבלנו הבטחה ושחרור מהדין. Потому что мы получили освобождение от суда. אם אנחנו מאמינים בישוע. Если мы верим в Иешуа. אנחנו מקבלים בפנים ישועות. Мы в себе, внутри себя получаем спасение я во многом. Гам ацала меколь миней дварим вебайот. И освобождение от некоторых разных вещей, которые мешают. Машу ницхи. Но это что-то вечное. Вешауль умер по. И Шауль говорит. Адавар азе ухрас кодем коль ле ягудим, ле Исраэль. Во-первых, это слово, это обетование было евреям. Кодем коль, во-первых, вегам ле гоим. А во-вторых, язычникам. Мишу юде лама решен ягудим, ахарках гоим. Кто-то знает, почему сначала иудеям, потом язычникам? Бедюк, зе пашут седер. Это такой порядок.
Например, когда ты считаешь свой бюджет. Вы отару, кен, отару цели вдох это эхлихалеко там, а с кодем колета мистакель мали шалем кодем. Кодем кольсхар дира, даваршини охель, ахар как дворим нософим. Ты распределяешь, что сначала тебе нужно заплатить за съем квартиры, а потом ставить бюджет на пропитание. Вы ахар как дворим нософим. А потом на все остальное. Ахар, киата я холи кнут машу то в ме. Армани. Потому что можно купить красивую блузку от Армани. Велишерим сорья в интахатре льет бахуц барехов. А потом остаться без штанов на улице. А за то товар. Ходим иудим, кем аю решуним. Поэтому евреи были первыми, и написано сначала иудеям. А вальзелу ракзе. Но не только это. Эт Исраэль Элухим Бахар. Израиль. Бен Харишон Шело. Израиль был избран Богом как первородный сын. Ве Иудим у Израиля зе кмо маноа лерехев. И евреи или Израиль это как двигатель машины. Аз рехев яхол йот мицухцах ве яфе. Поэтому машина может быть очень красивой. Авал им маноа шавур и ло носат. Но если двигатель не работает, то машина не едет. Аз кодем коли такен это маноа. Поэтому, во-первых, починить мотор. Лахриз Иешуа ли Израиль. Провозгласить спасение Израилю. Мамшихим. Продолжаем. Им анахну курим кама псуким кцат мисубахим. Если мы читаем несколько достаточно сложных стихов первого. Им от яхула ли кром мешмуна эсре. Отцов эсрим ве арба. С 18 до 24. О, эсрим ве хамеш кан катув. Здесь написано. Нисходит гнев Божий с небес на всякий грех и зло людей, удерживающих истину в плену греха. Ведь знание о Боге у них есть, Бог дал им о себе знать. Потому что его невидимые свойства, вечная сила и божественная природа со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного. Так что нет им извинения. Зная о Боге, они не воздали ему хвалу и благодарность как Богу, а вместо этого погрязли в пустых рассуждениях, их неразумное сердце объяло тьма. Называя себя мудрыми, они превратились в глупцов, и вместо поклонения бессмертному Богу поклоняются образом, подобным смертному человеку, птицам, четвероногим и присмыкающимся. Поэтому и отдал их Бог во власть нечистоты, чтобы они, следуя тебе похоти сердец, они бесчестили свои тела. Маспик. Бамилим пшитот Шауль нотен мидраш. Простыми словами Шауль дает мидраш, толкование. Сипур. Рассказывает рассказ. Поэтому здесь сипур аль зман лифней мабуль. Это время, это рассказ о времени перед потопом. Эх, анахну юдим эдзе. Откуда мы это знаем? Ки катув шам, ки барияем рау эт элохим. Поэтому, потому что написано, что они с глазами видели Бога. Айом анахну ло яхолим лирот эт элохим бария. Сегодня мы своими глазами не можем видеть Бога. Аваль машу ая лифней мабуль. Но что-то было до потопа. Нохихут шел элохим зе ло я бидьюк мо баган эден. Присутствие Бога не такое, как было в Эдемском саду. Аваль адайм мы от коров. Но было очень явно. Веиме мою кцат мистаклиме мою моцим эт элохим. Если бы они немножко раскрыли свои глаза, они бы увидели Бога. Аваль эм амру ло ло роцим эт зе. Но они сказали, нет, мы не хотим это. Вешигаон каваша там. И их объяло безумство. Веем нафлю бхет. И они упали в грех. Хет мини. Сексуальный грех. Ницуль. Использование. Ве ба иврит зе катув хамас. И написано не зло, нечисть, хамас, преступление. Преступление. Машу гадоль меот. Что-то очень. А Элохим амар, ло яхоль лиот лисболь эт зе. И Бог сказал, я не могу продолжать. Ве уишмид эт кулам. И он уничтожил. Хуц ми Ноах ве мишпахто. Кроме Ноаха и его семью. Аз Шауль омер. И Шауль говорит. Акшав каше лирот Элохим баинаем. Сейчас в данное время трудно видеть Бога глазами. Аваль адайн. Но все же. Им анахну мистаклим кцат йотер. Если мы раскроем глаза и посмотрим. Им анахну ло сгурим аль теология шел Дарвин ве атеизм. Если мы не закрыты на том, чтобы верить в теологию Дарвина и атеизм, аз анахну кен яхолим лимцо элохим. Тогда мы, да, можем познать Бога. Ахерет. По-другому. Анахну мед птухим лишигаон. Мы будем открыты для безумства. Влихет. И для греха. Тистаклю айом аль тмунат шел аулам. Посмотрите сегодня на картину мира. Хомо ве лесби ве шмесби ве маша атем лё тимцеу.
гомосексуализм и лесбиянки и все, что вы хотите. Везе бигляльше анашим ло роцим ликабет элухим в это стандарт шело. Это только потому, что люди не хотят почитать Бога и его стандарты. А айом анахну улай мы виним это афилу ютертом мешромим и вино это. Сегодня мы понимаем это намного лучше, чем римляне понимали это тогда. Окей. По не роце ликфоц кцат. Я хочу перепрыгнуть немного. И зман рав акшав. Потому что у нас уже много времени. Ве они ло иламед акшав аль иньяней шел брит мила ве шаяхут. Я не буду учить о принадлежности и обрезании. Они роце ликфоц ле перек арба. Я хочу перепрыгнуть к четвертой главе. Аваль машмаут шела кола милим велемида ше Шауль нотен лану. Но смысл этого учения и той информации, которую дает нам Шауль. Шекшанахну миткарвим ле Элохим дерех Иешуа. Такое, что если мы приближаемся к учению Иешуа. Аз анахну микаблим ацдака. Мы получаем оправдание. Ки Иешуа цадик. Потому что Иешуа праведник. Веу минаке отану бедамо якар. И он очищает нас своей драгоценной кровью. Ве бетоха сиха зот. И в этом разговоре. Питом Шауль куфец ле Авраам. Шауль перепрыгивает к Аврааму. Лама ву миштамеш ба Авраам. Почему он использует Авраама? Ифшар миштамеш ба мишу ахер, Моше. Можно было использовать Моше. Иешуа бен Нун. Иешуа бен Нуна. Хеврим эмуна меот хазака. Кого-то с очень сильной верой. Аваль давка ло Авраам. Но здесь он говорит об Аврааме. Ты хочешь пить? Лама у меня был Авраам. Почему он говорит об Аврааме? Лама ло Ицхак. Почему не об Ицхаке? Бо никра кама псуки. Давай прочитаем несколько стихов. Прочитай вот первый, второй, третий стих. Тогда что мы скажем об Аврааме, нашем праотце, от которого мы происходим? Если за свои дела Авраам был оправдан Богом, тогда он, конечно, может ими гордиться. Но не перед Богом. Что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и в этом Бог увидел его праведность. Арба, псуки, меха, читаем шалош. Для того, кто работает... Эля ромим, арба, меха, читаем шалош. Сипур аль Авраам. Для того, кто работает, плата не дар, а то, что ему причитается. Окей. Авраам, мана гид аль Авраам, аль Авину. Что мы скажем о нашем братце Аврааме? Лифней шани дабер аль Авраам, ани мидабер аль машу ахер. До того, как я поговорю об Аврааме, я поговорю о кое-что другом. Зуг насуй. Пара, женатая пара. Ахшав атем тавину оти, ани батуах. Я уверен, что вы меня поймете. Еш рив. Есть ссора. Рив митмашех. И ссора продолжается. Ло роцим литпаес. И не хотят примириться. Ве еш гируш. И идут на развод. О! Мишу мизук шехай арбе шаним бияхет нефтар. Или кто-то из супружеской пары умер. ובנאדם נישאר לבד. И человек остается один. זה катастрофа. Это катастрофа. גירושין זה גם אותו דבר, זה катастрофа. И развод это тоже катастрофа. כי כתובים מסבירים לנו כששני אנשים מתחתנים. Потому что Писание объясняет нам, когда двое человек вступают в брак. והם מחליטים להיות ביחד. И они принимают решение жить вместе. יש להם יחסים אינטימיים. У них есть интимная связь. ויש להם ילדים. И у них есть дети. לא רק חיבור. Интеллектуальный корень. Не только интеллектуальная связь происходит. Гам ло рак хибур физик корень. Не только физическая связь. Коре хибур бруах бифним. Происходит духовная связь. Шаул умер бамаком ахер, ше ми ше олех им зона офех льет рух хад им азона. Атем зухрим эдзе? И в другом месте Шаул говорит, что тот, кто совокупляется с блудницей, становится одним духом с ним. Авал им бен адам хаим бен адам ахер арбе 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 шаним. Но если человек живет с другим очень много лет, атем яхулим рак лидамьена изе кешер. זה בעצם אחד. Вы только можете представить, какую связь это порождает, это становится одним. ופתאום הפרדה. А потом наступает разрыв. זה שוק עצום. Это невероятный шок. ואתם יודעים, בזמן הזה אנשים, אלה שנשארים לבד, и вы знаете, что в это время те, которые остаются одни, הם לא רוצים שחרור מהכאב הזה. Они не хотят освобождаться от этой боли. הם לא רוצים ללכת למסיבה, אולי הם הולכים למסיבה ושותים וודקה. Они не хотят идти развлекаться, возможно, они идут на вечеринки для того, чтобы выпить водку. אבל
אתם יודעים מה הם רוצים? Но вы знаете, чего они хотят? מישהו יכול לחשוב מה כל אדם? Кто может сказать? רוצה כש... הוא איבד את זוג שלו. Когда он потерял своего партнера. בטוח שיש פה אנשים שהתגרשו. Я думаю, что здесь есть разведенные люди. מילה אחת, תגידו לי. Только одно, скажите, что вы хотите в это время? После разрыва, что вы хотели? Забыть. Умереть также хотели. Мавет. Бен адам роце ламут. Человек хочет умереть. לא רוצה רפואה. Не хочет исцеления. הוא לא רוצה שמחה. Не хочет радости. הוא לא רוצה בן זוג אחר. Не хочет другого партнера. ברגע שזה קורה, בפנים כאב כל כך גדול, שבן אדם רוצה פשוט למות. В то время, когда он теряет своего близкого, такая боль пронизывает, что человек только хочет умереть. משהו עצום. Что-то невероятное. Потому что ты был связан, и сейчас эту связь разрезали. И это правда жизни. Послушайте что-то об Аврааме. После потопа, что привело к потопу? Аль пи ктувим ушабар гармония бетох энашут. А потом привел к тому, что он изменил гармонию, разрушил гармонию в человеческом мире. Люди были особенные, они не очень хотели Бога. Они, люди, себя составляли что-то очень единое, целое. Это было таким человеческое чудовище, как одно целое. И они говорили, мы построим огромную башню, которая будет против Бога, достигнет до небес. И потом катув, что Элохим... בלבלו там. А потом написано, что Бог внес балаган, заблуждение. וקרס את האחדות. И он разрушил это единство. משהו דומה. Что-то похожее. לגירוש או למוות של קרוב שלך. Что-то похожее на развод или на смерть вашего супруга. אני חושב שזה היה אפילו עוד יותר אינטנסיבי. Я думаю, что там был еще это процесс более интенсивный. כי באופן אמוציונלי הם היו הרבה יותר מפותחים מאיתנו. Потому что эмоциональным образом они были намного более развитые, чем мы. והנה דור אחרי דור. И поколение за поколение. הם היו פשוט כל כך שבורים. Они были настолько разрушены тем, что произошло. הם חיו והיו נשואים והיה הכל, אבל מוות כללי כיסה את כל פני הארץ. Они женились, они, у них был быт определенный, но вот этот вот наполнение смертью покрыло весь мир. ופתאום אלוהים בוחר בבן אדם מאוחד. И вот Бог избирает удивительного, особенного человека. זה היה אברהם. И это был Авраам. הוא היה נבחר. Он был избранным. אתם, מישהו הסתכל סרט מטריצה. Кто-то смотрел матрицу? Матрикс. אתם זוכרים, נאו, הוא היה איש נבחר. Помните, נאו был избранным. אברהם היה איש נבחר. Авраам был избранным. ובמה הייתה בחירה שלו? И в чем было его избрание? שבתוך את כל המוות הזה. Что в посреди этой смерти. הוא רמז. Он... לא רמז. הוא... כאילו... אסמלילסה. להסתכל קדימה. Он осмелился посмотреть вперед. והוא הסתכל מתוך את מוות לחיים. И он в этом среди смерти увидел луч жизни. אלוהים הוא חיים. Бог есть жизнь. האנשים נפרדו ממנו. А люди отделились от него. וגם הם היו שבורים עם כל הדיכאון הזה. И они были погружены в свои депрессии. והוא מסתכל על אלוהים. И он в этом темном мире увидел свет. והוא אומר, אלוהים. Он посмотрел на Бога и сказал, Бог, אני לא רוצה את המוות הזה. Я не хочу пребывать в этой смерти. אני רוצה להיות איתך. Я хочу быть с тобой. אז כשאלוהים שמע את המילה הזו, и когда Бог услышал эти слова, אז הוא עונה לו, לך לך. Он сказал, иди, выйди. כלומר, לך, אני אלמד אותך להיות כלי בידיים שלי. Он говорит, выйди, и я научу тебя быть инструментом в моих руках. ואני אבנה ממך עם. И я из тебя произведу народ. והעם הזה יתקן את כל העולם. И этот народ исправит мир.
ואתם יודעים? Знаете что? Иешуа у Гоэль ве Мошия. Иешуа он Машиах и избавитель. אבל כשאנחנו מתחברים אליו, но когда мы принимаем его. כתובים לא קוראים לנו בני ישועה. Писание не называет нас сыны Иешуа. לא אומרים שאנחנו בנים לישועה המשיח. И не называют нас сыны Иешуа Машиах. אלא אומרים לנו שאנחנו בנים למי? И называют нас сынами света. Авраама. Авраама. Сынами Авраама. כתוב בגלת לגלטים. שאפילו גויים דרך אמונה הפכו להיות ילדי אברהם. Что язычники через веру становятся детьми Авраама. כי זה הייתה פריצה דרך רצון הזה למות. Потому что это вот этот вот скачок, который сделал Авраам из желания отдалиться от смерти. ואנחנו כולנו מחוברים לאותו חזון של אברהם. И мы связаны с этим видением Авраама. זה אמונה. И это вера. כשאתה מעל כל החושך שמכסה ארץ רואה את אור וחיים. Когда через вот эту тьму, которая покрывает землю, ты видишь свет жизни. כמו ישעיהו. Как Исаия. הוא מסתכל על כל החושך. Он смотрел на всю эту тьму. ואומר לאלוהים. И сказал Богу. הנני. Вот я. שלחני. Пошли меня. אז כל האמונה ששאור מכריז לנו. Поэтому вся эта вера, которую провозглашает нам. זה חיבור לאלוהים עצמו. Это связь с самим Богом. וכל הדברים כמו מצוות וללבוש כיפה, לא ללבוש כיפה, תלית, לא תלית, זה תוספת שהיא מקובדת, אבל זה לא התשובה היחידה. И все символы веры, как кипа, талит, это соблюдать, это не соблюдать, это часть этого, но это не ответ. אבל קודם כל חיבור. Во-первых, это связь с Богом. והנה ישועה המשיח. И вот есть ישועה המשיח. ובפרק חמישית. И в пятой главе. בשני פסוקים הראשונים כתוב. В первых двух стихах написано. Оправданные за веру, мы теперь в мире с Богом, благодаря Господу нашему Иешуа Машеху. Это Он привел нас путем веры к благодатному единению с Богом, в котором мы живем. Amen. И мы гордимся надеждой на то, что будем участвовать в славе Божьей. Кам катув, Иешуа, пашут ихнису таму леколя хазона зе шел Авраам. Здесь написано, что Иешуа ввел нас в это видение Авраама. Ванахну итхабарну лемакор хаим. И мы связались с источником жизни. Вемакор хесед. И с источником благодати. Ваалевай лану рак лильмод эх лиштот миа макор азе. И дай Бог, чтобы мы научились испить из этого источника. Рабим шемидабрим аль хесед ве хесед ве хесед. Многие, которые говорят о благодати, о милости. Хесед им блисов умрим хесед. חסד, חסד, חסד. הם לא יודעים לשתות מהחסד הזה. הם סגורים. עם טרדיציות ועם השטויות שלהם. אבל כאן כתוב. התחברנו אל מקור של החסד. Связались с источником жизни. שמביא חיים. Который приносит жизнь. שמחה. И радость. וישועה. И спасение. נצחים. Вечное спасение. איך מסר שלי מחוברת לי על מה שדימה דיבר? Как мое слово связано со словом, о котором говорил Дима? אני חושב שזה מסר עבורנו. Я думаю, что это слово для אנחנו דרך ישועה מחוברים לחיים. Связаны с жизнью. כל אחד, и каждый из нас תכבד את זה. Уважай это. ותגיד תודה לשמיים. И говори славу, спасибо небесам. בשבילך זה נפתח. Что для тебя небеса были раскрыты. וכמו שכתוב, תעשה כל בחיים מה שרוצים ידיים שלך לעשות. И как написано, делай все, что хотят делать твои руки. חוץ מחטא, כמובן. Кроме греха, конечно. אבל תמיד. Но всегда. תמיד. Всегда. חדש וחדש וחדש בתוכה את ההבנה הזאת. Себя, обновляя в себе это понимание. И это откровение. Что ты связан с источником. Это самое дорогое. И это самое важное. И я хочу закончить и помолиться. И даже хочу попросить вас встать. И попросить вас. Пожалуйста, повторите за мной эту простую молитву. יש פה אנשים שולאי אפ פעם לא יתפללו. Возможно, есть люди, которые никогда не молились. פשוט
תגידו מילים פשוטים. Скажите эти простые слова. תסגרו את העיניים שלכם. Закройте глаза. שאף אחד לא מפריע לכם. Чтобы никто на вас не смотрел и вы ни на кого. ותגידו מילים כאלה. אבינו שבשמיים. Скажите эти слова. סלח לי חטאים שלי. Прости мне мои грехи. גלה לי את ישוע המשיח. Открой мне Иешуа Машиах. גלה לי את חסד שלך. Открой мне твою милость. תעזור לי להתחבר למעיין שלך. Помоги мне связаться с твоим источником. תביא לתוכי חיים. Принеси мне жизнь. Хаим ахерим легамре. Другую жизнь. Весимха. И радость. Вебраха. И благословение. Ве рахикути меахет. И отдали меня от греха. Таазор ли. И помоги мне. Лишарет леха. Служить тебе. Велеами. И верить. Вашем Иешуа Машиах. Во имя Иешуа Машиах. Аминь.